Сегодня нужно хорошо обороняться, строго сыграть с лидерами магнитки, ни в коем случае не давать им пространства. Кроме того, очевидно, что многое решится в противостоянии спецбригад. Надо пользоваться своими шансами в большинстве. Против магнитки следует играть в том же ключе, что и против автомобилиста? Да, именно так мы должны действовать в каждом матче. И неважно при этом, кто наш соперник. Магниткой необходим тот же подход, что и с автомобилистом. Хорошая защита, сильная вратарская игра и мощный первый период. Все это крайне важно в противостоянии с такой сильной командой, как «Металлург». Мозякин – проблема для каждого клуба КХЛ. Можно с ним справиться? Он крайне опасен в зоне атаки, когда он на льду, мы обязаны играть с ним максимально плотно. В последних двух наших матчах он сыграл решающую роль. Необходимо выключить его из игры, но это будет непросто.